Вы бы знали, как я был рад встретить Марьяну. Этот Юлик, он меня два раза сегодня уколол. В сердце прям. Ухаживать полностью за своим телом, очко выбривать полностью. Какашки, это был финальный панч ролика. Вместо кокаина мука. Анбоксинг медалей девственников. Но в жопе три пера. Я нахожусь в офисе Кликлака, и вы бы знали, как я был рад встретить Марьяну. Она еще не готова. Слышь, она еще не накрашена. Я без мейкапа еще. Марьяночка. Руки убрал, блядь. Она такая сладкая. Слышь, блядь. Марьяна, не надо. Марьяна. Марьяна. Лицуху целуй. Давай. Что она делает? Это что, водка, что ли? Никита, ты меня спаиваешь? Слушай, пей, это вода обычно. Нет, ты правильно, пей, Ваня, он козел, Ваня козел. Козел полный, он полный козел. И ко мне не приехал. Марьян, пей, просто. Хочется любить моего блядь. Сука, блядь! Блядь! Хрюшенькины сапоги, сапоги, сапожки. Хрюшенькины сапоги ходят по дорожке. Пусть народ знает. Знает, как Никита Гризин ко мне относится. Более известный, как Кузьма, говорит. Все, Юлик, будем писать только на мой канал. Сериал мне, короткометражку мне, скетчи мне. Ты, говорит, Юлик, литературный раб. Носи все черное, намажься гуталином. Я гуталином не стал мазать, но черное надел, потому что Никита страшный человек. Он бьет меня, он бьет. У меня синяки на шее. Вы думаете, это засосы, это синяки? Он меня ударил. Он и Руслан. Какой Руслан? Марьян. Ой, он и Марьян бьет. Вот, Никита, ты тиран нынешнего Ютуба. Ты просветитель? Да. Нет, ты тиран. Тиран. Я вот а, не бей! Ну, блядь, сейчас зон, блядь, уебу, блядь. Короче, он, нахуй, хотел перекрасить волосы в черный цвет, Юля когда хотела. Темно-каштановый. Господи. Мне женщина... Святая женщина сказала, что это нормально. Святая женщина... О, господи. Она сказала, что... Она сказала, что заслуживаешь. Темно-каштановый нормально. Короче, он хотел перекрасить черные волосы. Я говорю, ты что? Ты тебе не 19 лет, чтобы в черные волосы перекрасить. В общем, да, все, надо Юлик... блондина, братан, красить. Типа все грани. Все, Юлик, он. Этот Юлик, он меня два раза сегодня уколол. В сердце прямо. У меня сегодня из-за сердца два укола. Из-за холестерина в этом Макдональдсе. Из-за уколов Юлика. Из-за уколов Юлика сердце больнее болит. Первый раз он сказал, ему не понравился ролик с Марьяной. Потом он я мне говорю, понравился, но ты можешь знаешь, лучше. Потом он мне сказал, что вот Subway, что Subway, типа я не будет мне его давать доедать, он сказал, ну ты же брезгуешь, вот такой этот Юлик, что он знает. Я как... Он зацепу предлагал снимать. Пизду зацепу. Я как старший товарищ Никита, я все-таки на год его старший. Я тоже таким был, как ты в твои годы. Так давно это было. Я, как старший товарищ, указал ему на ошибки в его ролике с Хованским. Не потому, что он мне не понравился, потому что я люблю Никиту, как отец любит сына. И я указываю на его минусы, чтобы он больше старался, чтобы он рос. Он просто пацан. Я только что его тираном назвал. Ну вы посмотрите на это пацан. Милое, доброе лицо. Пацан. Стоу, мне 15. Старик не, в теле. Не 15. Старик в теле пацана, это уже порт какой-то. Киски спят, и мышки спят, деткам спать велят. Киски спят, и мышки спят, мышкам спать велят. Мы тут сидели с Никитой, обсуждали, и нам очень интересно, типа, мы про синяка говорили, и вот нам интересно, есть ли у него волосы на теле, пахнет ли он как женщина или как мужчина. Я вот думаю, что, типа, вот природный вот этот вот запах, он какой-то на тонком уровне должен как бы мешать тебе вот именно мужской запах. Что скажешь, Марьян? Зумаш один. Не, я думаю, что... От синяка очень вкусно пахнет. То есть, смотри, синяк уже очень ухоженный всегда. У него вот лицо гладкое-гладкое. Ну, как бурдюк с жиром. Видно, что он ухаживает за лицом. И типа, камон, если он любит, ну, чтобы его пацаны поебывали, по-любому он будет ухаживать полностью за своим телом. Очко выбривать полностью. Маслами всякими мазаться, чтобы от него очень вкусно пахло. Может, он мерзкий гей. Чувак, не. Типа, они истории рассказывают или типа... Мерзкие геи, они, ну, типа, не, мерзкие геи такие претензиозные уёбки, которые... Как этот, Серанхелия. Да. Гусеница хуйжуй, вот это мерзкий хуйжуй. Пидорас. А вот синяк, по-любому, такой пидорас, который, ну, прямо... Нежный, приобнимет, да, погладит. Типа, ты на вечеринке будешь стоять один, синяк подойдет такой тебе, типа... Ну, что ты тут один делаешь, типа... Одна. Как у тебя дела?
Слушай, тут ВПШ едет в тур. Хочешь со мной поехать? Там толчок такой объемный есть, чтобы ты ебал меня прямо, блядь. Хрюшенькины сапоги, сапоги, сандалики. Хрюшенькины сапоги, Хрюшенька был маленький. Как ты меня назвал? Как ты меня назвал? Все, дорогие друзья, с этого дня он не Юрий Онешко, он Юрий Гнилешко. Что там ты про качественный контент? Что, сейчас ты про что рассказал? Про, про какаш. Так вот, как я уже говорил, Юрий Гнилешко опять. И Никита Гнидин. Да, опять Юрий Гнилешко. Просто-напросто взял и мой спич перекрыл. Вот своим бесякой, с Русланом. Какой бесякой? Бесяк у вас был с Русланом. Никита Гнидин, это очень смешно. Да, очень смешно, очень подходит. Короче, давайте какашки, это будет финальный панч ролика. Ролик, конечно, а не лучше про этот каминг-аут? Не, какашки это... Какашки? Вот вам мир русского видеоблогинга. Какашки и пидорство. Пидоры и что еще третье? 24 часа. 24 может часа. Это все совместить? А если пидоры, короче, пидоры в какашках делают 24 часа на чем делают Bottle Flip Challenge, да? Освежить его можно. Все снимает. Что это такое? Маленький звук маленького человека. Здравствуйте. Ребята. Сказал телефон, Бичевский телефон со своей пятеркой ходит вообще. Это посмотрите. Это СЕ. Посмотрите, посмотрите, с пятеркой ходит. Я, чтобы доказать это, он должен снимать чехол каждый раз. А богу, это кожаный чехол, он 3XL. Пятерку такой чехол. Видел. На пятерке видел такой пятерке? Да, на пятерке. Да ну вас, вы злые, злые. Это они все гнили. Я короче. Часа. Вот такие русские ютуберы. Вместо настоящих денег дубли, вместо кокаина мука, вместо вместо Марьяны Лиска. Вместо... Знаешь? Банк... Вместо Ивангая Никита. Чувак, банк приколов. Вместо... Банк приколов тоже банк. Киски спят, а мышки спят, деткам спать велят. Киски спят и мышки спят, мышкам спать велят. Марьяна, все сейчас делают обращение, новый парень Марьяны, все зовут тебя куда-то там замуж, все вот это вот, встречаться, нет, я выше этого. Я приглашаю тебя просто в Питер, будем дружить, платоническая любовь. Я видел, ты лайкаешь мне все посты в Инстаграме, все, я готов дружить. А со мной можно поебстись. Привет, ребята. И сегодня мы с вами будем заниматься самым плохим контентом на планете. Мы будем делать анбоксинг. Анбоксинг. Я бы назвала это анбоксинга. Анбоксинг медалей девственника. Вот так вот. Это логотип из Доты. Как многие могли заметить. Другие девственники, которых такого нет. Это если вы очень богатый. Девственник. Я буду очень много как тяжело снимать на две камеры. Еще бы. А в Голливуде, представляешь, как сложно? Они держат тут, огромные камеры в руках. Тут очень приятная упаковка сзади, и ее можно повесить на стенку. Поставлю здесь. Та-дюн. О, какая красота. Да, это стоило своих 40 тысяч рублей. Нет. Его можно взять в руки. От чего ты сможешь защищаться таким... этим от, щитом. От насильника. Можно писать? Ты могла пошутить про чей-нибудь маленький член, но, видимо, не стал. Так выглядит семья Усачевых. То, что вы видите, да, на ютубе. Да, они снимают друг друга и Усачевых. Да, наверное. А вот наш классический ужин. Это блейзер, виноградный день и ягуар. Так, это вредно, а это надо убрать. Быть свиньей, валясь пьяным на диване, когда пол порой завален всюду грязным твоим бельем. Хуже, когда чисто у тебя, но в жопе три пера. Юрик, не так страшно крысы быть. Мы тут типа, что такое? Мне нужен Юрик для того, чтобы... И Ник Черников, он музыкант. Хорошо, тогда и Линк, он шутник. Всем я музыкант и шутник. Подожди, подожди, давай, давай классный переход сделаем. Киски спят, а мышки спят, деткам спать велят. Киски спят и мышки спят, мышкам спать велят. Вот оно гостеприимство Кузьмы, даже сахара нет. Вот, чтобы вы понимали, какой Юрик гнилой человек. Он у меня все сжирает, вообще все, что у меня есть. А потом пишет видео о том, что сахар ему, видите ли, не додали.
мало сахарка ему. Ну, блядь, посмотрим нахуй. Ты вообще будешь пить кофе без кофе? Я цикорий куплю для тебя. Мерзкий, искусственный кофе. Моя бабка только цикорий пьет. Ну, прям же... Ну, подумаешь, чуть-чуть колбаски съел. Постоянно. Чуть-чуть он сыра, чуть-чуть недавно, хлебушка. Недавно. Зажиточный видеоблог. Недавно я, значит, купил себе колбасы. Ну, вот хотел нормально, более-менее. Ну, как нормально? Более-менее нормально питаться, да, начать. Не фастфуды жрать. Вот, купил себе колбасы. Так он пришел. Всю колбасу сожрал, хлеб весь сожрал, оставил мне корку только, жопу всего хлеба. Что себе надвое порезать? И вот и потом ее жрать пришлось. Это вот какой скетча. Ты это друг. Для скетча был. Ты не для скетча съел 6 бутербродов. Ты нет. Там для скетча было 2 бутербродика, оставшихся 2 бутербродика. Да я видел, сколько они ели. Один бутербродик на двоих, а ты 6 бутербродов съел. Ты бутерьед. Бутроед, вот так его и называют теперь, бутроед. Нравятся тебе кейсы? Нравятся кейсы? Нравятся? Нет, вы скажи мне, ты мне скажи, а йоу, тебе нравятся кейсы? Может мне тебе еще немного кейсов дать? На! Димон!